Он как будто бы вас выворачивает. Из-за ширмы. Что ж вы ту картину «Солнце идут» или как оно будете писать? Эту? Да, конечно. Великолепная идея, не правда ли? Кстати, мне бы нужна вас для нее. Меня? Где же это место? Не корабля? Да нет. Знаете ли, у вас есть такая черточка. Нет, нет, нет. Это когда уже будет открыта черточка. А? Раньше повернуть. Хорошо, так, да. Да? Да, тогда сразу, да, без слов, да? Или на словах эти. На словах. Эти. Кстати. Мне бы вот вас. Мне бы нужно вас для нее. Да? Не-не-не, Ришенька. Дайте ответить ему. Меня? После ответа? После этого. Не кровать. Тогда не надо. Да. Кстати, мне бы нужна вас для нее. Меня? Где ж мне это место? На дне корабля. Оп! Знаете ли, у вас такая... О! И знаете что? И вот поставил! Раз! А он, как бы черточка его вышла. Стоп, увидел. Черточка. Знаете, у вас такая над глазами упрямая складка. Очень характерная черта. Можно я схвачу ее? Нет, нет, подождите, сейчас вернуться. Получите пока разрешение. Ага. Сейчас я увижу. Тип знает, что это. Вот только осторожненько, я думаю, что... Сейчас можно это сделать. Поднимитесь на скамью и пойдете. Знаете, как все иронично у нее. Где? На корабле? Где меня хотите рисовать? Ах, вы так? Пожалуйста, я пошел. Ну тогда мне надо будет точно нет, сидеть, нет, чтобы нет, держать равновесие. Ты так не пройдешь, она упадет. Это не перекашивает. Там не будет, да. Там не, она гуляет вот там так. Там стойка хорошая. Не, если вот если будешь держать. Она вот видишь, вот она гуляет вот так вот. Понял, да, да. Да, пожалуйста. Но на то и мы не будем садиться. Понимаете, надо, чтобы он пошел. Нет, без вас. Вот, а сейчас пока попробуйте так, как под тросы почти. Ну, да? Попробуй. Да. Значит так, вот черточка, да, или там складка. Кстати, вы знаете, мне нужно будет вас для нее. Меня? Где ж мне это место? На дне корабля? Оп. О, у вас... Над глазами, знаете, такая упрямая складка, очень характерная черта. А можно я схвачу ее? Хватайте. Хватайте и пошел. Опа! И двигайте его медленно. Хорошо, это я мигом. Сейчас, минуточку, стоп. И вот теперь такая штука. Значит, и тут доктор. Да, и вы идете, подставляя и отдаваясь ему, этому дождю. Знаете, так, принимая его. Да, и вот смотрите, и вот это, боже, и вы. Стоп! Как бы мне тут нарисовать? Знаете, чтобы это. Да? Вот. А тут и... идет дождь. Типа. Да, 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 пошел. Как раз когда он поднимается, здесь должно усиливаться. Просто ливень начинается. Понимаете? И он идет, подставив себя этой судьбе. Пожалуйста. У вас над глазами такая. Упрямая складка.
очень характерная черта. Можно я ее схвачу? Закатите. Спасибо, это я мигом. И не прячется, а наоборот, навстречу. Вот. Обливает по лицу, по всему телу. Да, дождь. Вот. И, Гришник, он поднимается, а вы приседаете. Ага. Так, так, и на край совсем авансцены, сидя, понимаете, прикрывая бумагу, чтобы дождь не лил. Да. А эти... От него, от его хода опускаетесь. Да. И дошел до края, где там можно остановиться, чтобы не перевернулось. Да. Уже. Все, дальше не идите. Дальше пошел текст. А хотите анекдот? Это я расскажу анекдот. Да. Сейчас, минуточку. И вот сюда подошел, да. Стоп. Знаете, над пропастью. Вот увидел? Край. А хотите анекдот? А, вы анекдоты любите? Ага. Ну, если не очень глупые. Да. Я вот вам расскажу. Да, только смотрите, я когда работаю, я молчу. Я слышу, что вы молчите. Вот оно как было. Когда-то через Ла-Манш из Дувра в Кале ехало английское посольство и был на корабле француз. Хвастались, кто лучше, англичане или французы. И, Парочка, все равно читайте, попробуйте читать теперь, преодолевая, значит, этот дождь. Быстро! Быстро. Так, хотите анекдот? Так, было то-то, и приведите к этой смерти! Так вот, я вам расскажу один. В общем, было так. Когда-то через Ла-Манш из Лувра в Корее ехало английское посольство, было на корабле... И был на корабле француз. Хвастались, кто лучше, англичане или французы. Англичанин говорит: мы везде! А француз говорит: нет, в этом проливе наших дипломатов много утонуло, а вот английских ни одного. Так. Тут молодой англичанин из посольства прыгнул за борт. Оп! И утонул. Ну, и что же? Больше ничего. Что, весь анекдот? Да, весь. А что, захотел человек поддержать честь нации и утонул? Ваш анекдот хоть и морской, да не солон. Хорошо вы галстук завязываете. Нравится? Это меня одна дама научила. И цвет хороший. О, здесь рисует. А Лена не выходила еще? Нет, еще. Ты знаешь, Дмитрий, она сегодня весь день с холерной провозилась. Что? Да, с женой моего слесаря. Сейчас, замечу, стоп. Значит, такая штука. Сейчас, сейчас давайте найдем галстук. Посмотрите, вы ему рассказали. Дайте. И умер! Утонул! И что же? Отдаемся? Ну что, ну, да? Ну что дальше? Я жду дальше. Да. Ну что дальше? Где смешно? Ничего? Чем мораль? Как? Вам мало что умер? Весь анекдот, что ли? Не, а вам мало умер? Да, это ерунда, многие умирают. Так что? Весь... Захотел поддержать честь нации. Вот нации, ты понимаете, честь поддержать. Ну, знаете, ваш анекдот хоть и... Может встать, да? Не. Ну, знаете, ваш анекдот хоть и морской, да не солон. Спрыгните так, чтобы сесть ноги по сторонам. И спросите очень конкретно. И вдруг не стало все. Слушай. Специально старался. Да. Для вас непонятно, почему он этому придал значение, Гриша. Ну да, конечно. И тут молодой англичанин из посольства прыгнул за борт, гоп, и утонул. Утонул? Да. И дальше поднимайте все вопросы. Ну и что же? Ну, ерунда. Больше ничего.
Весь анекдот, что ли? Да. Да? А что? Захотел человек подержать через ситуацию и утонул. Ну, знаете ли, ваш анекдот хоть и морской, да не солон. Раз! Что такое? А хороший у вас голос так? Не нравится? Не понял. Ага. Дама начала завязывать. Сейчас, что сок? Это вам, ну да. Объективный, если не вас не спросит. Ну да, дама. Дама, которая сейчас вам этот галстук вот так. Пожалуйста. Нравится? Дама одна научила завязывать. И цвет хороший. Вы тут рисуете, да? А Лена еще не приходила? Да нет. Ты знаешь, Дмитрий, она целый день с холерой находится. Что? Да, жена моего слесаря. Каково? По меньшей мере неразумно. Как же ты позволил? Разве можно мне не позволять? Сейчас, это Мишка. Подходите. Последняя фраза. Да, свет хороший, да? Ага. И вот смотрите, и чтобы на этой фразе выглядели. Одну ножку поднял на эту самую. Вот так, ага. И цвет хороший. И да. И очень, ну, похлеще даже, чем было с Милани. То, что вы сейчас увидели. Вошел. Рисуете, да, ну давай. Когда ты вообще... Да, понимаете? Это творчество. Нечем заняться. И что же? Ваш анекдот хоть и морской, да не солон. Ваш анекдот хоть и не морской, хоть и морской, да не солон. А хорошо вы галстук завязываете. Мне нравится? Это дама научила одна. И цвет хороший. Мягко, ага. Вот это было. Здесь рисуют. Елена Николаевна еще не приходила? Да нет. Знаешь, Дмитрий, она целый день с холерной провозилась. Что? Да, с женой моего слесаря. Каково? Ну, по меньшей мере, неразумно. Как же ты позволил? Ага, и Гриша, сразу вот туда вернулся. В комнаты. Как ты позволил? Вот. Как же ты позволил? Его бросили. Так, дальше пошли. Как же ты позволил? Ага. А разве мне можно не позволять? Подождите, я не прав. Я не могу тут выходить. А, здесь рисуют, извините, я сейчас быстро. Знаешь, вот я не должен туда идти просто. И вот тут моя медицина. Но я занят делами, что ты меня интересует, друг одна холера. Пожалуйста. Но я все равно иду туда, да? Извините. Я же своим прибором. Все на месте. А хорошо вы галстук завязываете. Нравится? Меня дама одна научила завязывать. Цвет хороший. Вот и вы научили его хорошо, а меня нет. Здесь рисует? А Лена еще не выходила? Нет. Ты знаешь, Дмитрий, она сегодня с холерной возилась. Что? Да. С женой моего сантехника. Представляешь, каково? Чуть-чуть. Откройте его. По меньшей мере неразумно. Как же ты позволил? А разве можно мне не позволять? Елена Николаевна, это же не ваше дело, в конце концов. Почему? Если я хочу этим заниматься. Но вы... Сейчас, Мишка. Черти что! Гришин, пошел к ней. К ней? Да. К ней, к ней. Слушайте, ну... Но это же не ваше дело. Ну это же... Не. Заходите. Сбоку, чтобы к ней. Гришин, правильно. Да. А вот так? Ага. Зигзагом? Да, вы что? Вот сюда, да. Это сюда. Это, по крайней мере, неразумно. Как же ты позволил? Разве можно мне не позволять?
Но это же... Ну, мне это не ваше дело. Почему? Если я хочу этим заниматься, значит, мое. Ну, вы же... Кто? Правильно? Но кто куда? К... Протасу. Протасу. И вот заходите сюда, сбоку этого столика, сюда к нему. Отсюда. Да, 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 вот сюда. Вот этой восьмерки будете крутить тут. Хорошо. Пожалуйста, еще разок. А я потом нашим сразу. Пойдете на встречу. А, отсюда? Да. Хорошо. Химик. Юный. Что? Юный пионер? Да, все. Юный химик. Да, да, да. Она сегодня. Сейчас. С женой моего слесаря. Каково? Ну, по крайней мере, неразумно. Как же ты позволил? А разве можно мне не позволять? Ну, Елена Николаевна, это же, ну, это не ваше дело. Почему? Если я хочу этим заниматься, значит, мое? Текст. Ну, это же, черт возьми. Так, стоп, минуточку. Стоп. Если сразу будет вам говорить, то вы не успеете перейти. Вы окажетесь с этой стороны стола. Ага. Тут... Реплику. Тут, да, соображать долго не надо. Это неразумно, по крайней мере. Как же ты позволил? Разве можно мне не позволять? Елена Николаевна, это же не ваше дело. Почему? Если я хочу им заниматься, значит, оно мое. Ну это же черти что! Нет, сказать и потом... Сказать пойти. Черти что, я тоже придумаю, конечно. Черт. Ну что, вы, вот. Молодец, молодец. Вы это черт что? Стоп. Туда не уйдет, это нормально. Да. Это, по крайней мере, неразумно. Как же ты позволил? А разве можно мне не позволять? Елена Николаевна, вы... Это же не ваше дело, в конце концов. Почему? Если я хочу им заниматься, значит, мое. Вы? Ну это же черти что! Нет, она молодец. Я за нее сильно переживал. Ты выпила как? Это, конечно, что это не боялся. Ну что, это личная ваша власть? Туда бросайте сразу эти. И она только вот вышла вот сюда, а вы вышли сюда, да? Так, и колбы. Кто подождет? Она молодец. Она не надо, не останавливает. Вы... Черт знает что! Нет, она молодец. Я даже боялся за нее. Ты как? Это я дошел? Да, у меня нет реплики. Вот, она же у тебя, вот и все, спасибо, Слава, это черт. Вот и все, спасибо. А, ой, это мы его бросили. Черточка, бросили жену, она плохой мечка. Если болезнь, будет серьезно для вас. Да, да. Кошмар, подождите! А как мне его тогда... Сейчас, вернем. Конечно, серьезно. Я же не смогу ее целовать теперь. Да. Пожалуйста. Ой, что-то вы смеяете. Что? Да, женой моего слесаря. Каково? Ну, по крайней мере, неразумно. Как же ты позволил? А разве можно мне не позволять? Ну, вы же... Ну, это же не ваше дело, Лена. Почему? Никак. Если я хочу им заниматься, значит, это мое дело. Вы? Это же черти что! Нет, она молодец. Я даже боялся за нее. Ты как, не понимала? Спасибо. Очень хорошая у вас черточка. Я же спрятался. Женщина. Мы тебя не... Они так вас забыли, что не надо прятаться. Пожалуйста. Когда все скажете... Тогда пойду. Хорошо, Константин. Надо по миру ходить. Что? Это по крайней мере неразумно. Ты кого затронул? Ты? Что? Побежал и испугался.
крайней мере, неразумно. Как же ты позволил? А разве можно мне не позволять? Елена Николаевна, вы, это же не ваше дело. Почему? Если я хочу им заниматься, значит, оно мое. Ну вы ей, ну это же черти что! Нет, нет, нет. Она молодец. Она молодец. Я даже боялся. Я даже боялся за нее. Ты как бы понимала? Сейчас, Миша, стоп. Повод сейчас уточним. Значит, смотрите, что происходит. Нет, я даже боялся! Вы что? Это мы как бы все учли! Все нормально, ты чего? Да! Вот как пример. Скажи, пожалуйста, родная, ты капли принимала? А. За ним, за ним. Тут началась семейная. И наука опять. Понимаете? Семья это началась, он думает, что да. Семья можно... Да, эти капли, капли, это уже что-то свое интимное такое лечение. Ну, муж и жена уже. Все, тогда я ушел. От капли. Ага. Типа ушел? Да. Ой, блин, забыли же. Совершенно верно. Во-во-во-во-во-во. Спасибо. Спасибо, оставил в поле. Как стомат. Очень рад. Очень рад. Пожалуйста. Нет. Ну это же ты, вы или это черти что? Она права. Хотя я из-за нее переживал. Я... Испугался. Боялся. Хотя я боялся за нее. Ты капли пила? Нет. Вы сейчас какой-то требовательный. А, забыл. А, я думал, ты из него. Не, дорогая. А как капли? Нет. Нет, она молодец. Хотя я боялся за нее. Ты капли пила? Спасибо. Очень хорошая это у вас черточка. Сейчас, сейчас, Мишка. Не входите к нему. Да. Вот здесь, как увидела здесь. Ага, стоп. Спасибо. Спасибо. Знаете что? Это как будто бы вот натурщик. Угу. Понимаете? И вы оставили в какой-то напряженной позе и ушли. Да. Пришли, все, а да, он да, продолжает мне находиться. О, нет, спасибо. Ой, спасибо. Да, все. Спасибо. Все. Очень хорошая черточка, спасибо. Говорить не очень рад, или... Говорить? Да. Очень рад. Вы знаете что? Вот он дал вам сейчас возможность. Вот как вот искусство дает людям, кто умеет как бы искусство воспринимать, и оно людям, кому нужно. В каком смысле? Оно дает возможность вопросы, которые у тебя тупиком, как-то их еще раз разрешить и что-то продумать. Понимаете? И вот то, что он сейчас вас как бы дал возможность сейчас такую, и вы рассказали этот анекдот, и его реакция на это. Спасибо. Знаете, я очень рад был. Мне очень хорошо, что это. Что вы меня так, понимаете, от нее забрали и дали мне возможность еще раз творческим способом свою проблему решать. Поэтому после этого скажете, все, тишина. Вот тут лежали. Так, я пошел. Хотите еще раз его еду? Может, пока. О, без чая? Подождите, это позже. Я знаю. А, сразу? Да. Нет! Ну что вы? Это очень хорошая точка. Отлично. А что мы уходим? Сразу они тут решились. А я повел ее в каплю. Причем нелогично, почему ты идешь чай пить после этого всего, я иду, мы все бросаем и идем пить чай что-то. Это по Горькому. Нет, по Горькому, да, понятно. Ну хорошо, да. А что, вы можете сейчас сходу сыграть без Горького? Сделайте? Ну покажите. Ну покажи. Что? Нет, она молодец. Хотя я переживал за нее, боялся за нее. Ты как бы пила?
Ой! Спасибо. Очень хорошая эта черточка у вас. Спасибо. Очень рад. Хотите еще? Сразу выпустите. Давай, давай. А хотите? Я вам сейчас идет, подожди. Оставьте. Вытяните. Не, сразу возьмите, мне еще один момент. Про анекдот. Так вы любите анекдот? Там надо этот мостик, потому что там еще сцена вылетает. Я понимаю. А тут уже не нужно. А хотите еще анекдот? Анекдот, да. И встает есть... поэтому, да. Нет, так просто смотри, у вас есть еще один скучный. Я вам другой сейчас. Не, мы убираем. Не, а хотите просто еще один анекдот? Может, не рассказывать? Ну. Говорит, а как же анекдот? Завтра. Нет, а хотите еще? Надо предложить анекдот. А хотите еще анекдот? Да. Да. А у вас есть еще один скучный? Давай, я вот так. Я вам другой сочиняю, а теперь пойду домой. Подождите, один говорю. Вот так делать. Ага. Да. А что, у вас есть еще скучный? Да. Не еще скучный, а еще скучный. Еще скучный. Первый, считаете, тут был... Давай, давай текст. Нормально не лепится, да, что там связано. Давайте. А хотите еще один? Да, все так. С очень хорошей точеточкой. Спасибо. Очень рад. А хотите еще один? У вас есть еще один скучный? Я вам другой сочиняю. А теперь, смотрите, ребята. Когда он уходит, я имею в виду, Миша, от вас пошел, вы его... Внимание мне глазами не провожайте, но то, что он уходит, вы ждите. Так? И вдруг он там говорит, о, спасибо, у вас это хорошая черта. И вы подойдите, посмотрите за Гришей туда. Да. Ага. Посмотрите на лежащего этого. Ага. Так, туда посмотрите. Да. Вот, за Гришей. Гриша, не ко мне, во-во-во, а вы с этой стороны, ага, во. О боже, что во. Очень хорошая у вас эта черта. Какая черта? Они подошли сюда, смотрят, дальше. Очень рад. А хотите еще анекдот? Что ты хотел? У вас есть еще один скучный? Я вам другой сочиняю. Завтра. А теперь пойду. Сейчас, минуточку. И вот когда он скажет, завтра. Ага. Хорошо. И уходи. Вика, как же вы, это же черти что? Нет, она молодец. Хотя я переживал за нее. Как идем? О, спасибо, спасибо вам. Очень, знаете, хорошая эта черточка. Ладно, одержите главное там. Спасибо, спасибо. Это очень хорошая черточка у вас. Ребята. Черточка. Хорошая. Хорошая черточка у вас. Очень рад. Голова видна. А хотите? Еще один анекдот. А у вас есть еще один скучный? А я вам другой сочиняю. Завтра же. А теперь пойду домой. Дождь начинается. Дождь идет. Зачем, раз мы его отыграли, зачем говорить? Уже не говорить. Уже все это не стало. Да, это все надо. Да. Было. Да. Вы куда-то и уезжаете, давай я сразу на это пойду. Давай я сразу на это. Я домой. Так, значит, я пойду домой. Да. А вы куда-то уезжаете? Вы что, да. Правда куда-то уезжаете? Давай я да, сразу. Да, надо ехать. Надо ехать. Счастливого пути. Вы знаете,
Вы мне сегодня очень понравились. Спасибо. У вас есть что-то от влюбленного. Давай мы не будем опять эту тёлку выкинем. Она же что-то непонятное, что. 50-летняя. Ну, давай по тексту. Да. У вас что-то есть от влюбленного. Вы были влюблены? А, ты хочешь сыграть? Не, ну да, чтобы Константин Михайлович посмотрел, от чего мы избавляемся. Ну, просто шума нас там. Надо? Ну, да, сейчас Константин Михайлович скажет. Там уже... Давай. Значит, теперь такая штука. Пойду домой. Уход сейчас. Давайте так, чтобы через... Опять вот туда. За штору. Туда пройдете, туда пройдете, первый пулис сюда ушли. Ну, мы продолжение этого разговора уже у меня в движении или сейчас? Да. После того, как вы скажете, ну, я пойду домой. И поднимаетесь, и уходите. И вот этот весь диалог, вы уходите. А вы что куда-то хотели, там чего-то, там да. Пожалуйста. Я вам другой сочиню завтра уже. А теперь пойду до дома. Вы уезжаете куда-то? Да, надо. Счастливого пути! Вы знаете, вы мне сегодня очень понравились. Спасибо. У вас было что-то от влюбленного. Володь. Да, медленно. Ага. Вы мне очень сегодня понравились. Вот вы хорошо зашли за эту шторку. Итак, знаете что? Итак, проведите по ней после того, как вы понравились. Он скажет. Вот как вы себя снимите. Вот так. Ага, пожалуйста. Давай выбросим это. Не-не-не, говорите. Режиссура прежняя. Я вам завтра сочиню. Пойду до дома. Вы все-таки куда-то уезжаете? Надо ехать. Надо. Ну, счастливого пути. А вы знаете, вы мне сегодня очень понравились. Спасибо. У вас было что-то от влюбленного. Вы были влюблены? Сейчас, Миша, стоп, нет. Вот хорошо там задержались вы. Держите руку на ткани. И только ее опустите после того, когда он спросит, а вы были влюблены? И с той стороны выйдете и расскажете про детство. То есть, вот эту любовь, которая у вас была, ее снять. Я понял. А расскажу, что было мальчишкой. Даже режиссеры сидят, не только артисты. А вы... счастливого пути! Вы знаете, вы мне сегодня очень понравились. Оп. Спасибо. Вы были сегодня похожи на влюбленного. А вы были когда-нибудь влюблены? Раз. А как был студентом, так моей хозяйке квартиры с сладостями. Вы даже объяснили это. Красиво? Это трудно было понять. Она уже лет 50 имела в то время. Когда я объяснил ей, она за квартирку 3 рубля в месяц лишних платила. Серьезно? Ну, прощайте. Прощайте. Теперь, как бы сделать так, чтобы вы не останавливались, специально рассказывая, что этот диалог с уходящим человеком. Да, и там идет, да. И вы знаете, что и здесь проходит, туда идет. И вот только около кулисы развернитесь, и весь юмор
сошелся на чем? Тройку. Отправила. Так, обращайся. Вы куда-то уезжаете? Да, надо ехать. Ага. Счастливого пути. Спасибо. А вы знаете, вы мне сегодня очень понравились. Спасибо. Вы сегодня были похожи на влюбленного. Вот сейчас, ага, хорошо. И Валерий начал движение рукой, а вы похожи на влюбленного. Стоп. Замер. Вы дальше. Были когда-нибудь влюблены? И выбросил эту Ленку. А как был студентом, так хозяйкой моей... А как был студентом, то хозяйка моей квартиры слабости имел. И даже объяснил ей это. Красивая? Да, трудно было понять, она уже лет 50 или в то время. Когда я объяснил ей, она за квартиру... Опа! 3 рубля в месяц лишнего взяла. И резко. Серьезно? Прощайте. Нет, Александр, серьезно? Прощайте и все. Ушел. А, ага, я понял. Что? Серьезно? Прощайте. Вот всю ночь. В Ленинскую губернию? Да, да. И тут я беру и закрываю. Тогда не надо. Володь, вот это сохраните последний такой же жест, как там. Там любовь убрал, кто рассказал про детский юмор. Да? А здесь их всех. Пошли. Прощай. Мне нужно поговорить с тобой. Ой. Сегодня все хотят говорить со мной. Я уже много слышал необычного, но ничего путного. Сейчас ты услышишь путное. Я сомневаюсь. Ну, у нас тут была мизансцена. А лавочку передвинули, мизансцены нет? Что там делать? Я не знаю. Так и не будет. Спектакль окончен. Сейчас, одну минуту. Сделаем маленький перерыв. Да, да. Внимание Татьяне. Так, она называлась Татьяна. Так, она называлась Татьяна. Лена, вот. Садись сюда, нет. Спасибо. Хотели выяснить текст. Когда ушел? Я здесь. Он ушел туда. Мы ушли в комнату. Так, нет, Игорь, комната вторая у леса, вот там глубже, да, лежит вот здесь, да. Вот, значит, вы появляетесь оттуда. Да. Да. Пожалуйста. Я? Да, прощайте, прощайте. Я по себе в кабинет пошел, если честно. Какой кабинет? Здесь вход. А кабинет а, там все. И столовая туда. Понятно. Хорошо, я выхожу. Угу. Слушай. Мне с тобой нужно поговорить. А, сегодня все хотят со мной поговорить. Я уже слышал много интересных вещей, но ничего путного. Вот я тебе скажу что-то путное. Не будь самонадеян. Послушай. Дело в том, что я люблю Елену Николаевну. Вот тебе, ребят. Давайте такая, попробуем такой, знаете, молодежный вариант. Видишь, вот когда вы чего проводили, да? Вот смотрите туда в свет, на ушедший. Понимаете, его ничего не понимаете, но вот есть какое-то ощущение. И даже когда вы потом ему говорите о чем, о его морщинке там или там складке. Она и интересная, она какая-то тревожащая. Mm-hmm. Тем более его юмор какой-то там утонул, тут, понимаете, так сказать. Да.
Вы знаете, что он здесь ухаживал, а сказал, что нет, у меня в детстве только была любовь. Это три, да? Три заработал. Прощайте. Прощайте. Понимаете, вот как творцу это интересно. Но это тревожище. Ага. Энигма. Тревожище. И когда появляется, и когда, вот, ага, текст. Мне нужно поговорить с тобой. Ха. Сегодня все хотят поговорить со мной. Я сегодня много услышал, но ничего путного. Послушай, я тебе скажу. Сейчас, Мишка, и вот попробуйте, вот как нам сделать так, чтобы... У вас была сейчас вот мизансцена. Вот представьте себе, что это как, ну, забор, что ли, пианино. Угу. Слушай, иди сюда. И пришел и туда. И к забору, да? И к забору. Угу. И вот, знаете что? И поначалу даже вот залазьте. Будем все время эти обстоятельства не забывать, что здесь, вот тут дождь. Угу. Понимаете? Слушай, иди, давай поговорим. И пошел за эту ткань. Да, да, Игорь, правильно сделайте этот. Зайдите. Снизу, как вот навес. Навес сделайте себе над головой. Угу. Так, хорошо. Прощайте, да? Прощайте. Мне нужно с тобой поговорить. Сегодня все хотят со мной поговорить. Я уже слышал много всего необычного, но путного ничего. Ага. Вот я тебе скажу, что это путное. Сомневаюсь. Ага. Чтобы не перекрывала вот эта сторона, да-да-да, вот так, ага. Дело в том, что я люблю Елену Николаевну. А как же, кто ж ее не полюбит? Ага. Да пойми ты, я люблю ее как женщину. Сейчас, сейчас, Мечку, хорошо. Значит, и вот будьте ближе друг к другу, Игорь, наоборот, ага. Вот, и чтобы, да-да, сюда свисало у вас тоже, да. Ага. Вот так вот. Знаете, под общий, как... Это она над вами, одна. А вас двое. Пожалуйста. Вот я тебе скажу что-то путное. Сомневаюсь. Дело в том, что я люблю Елену Николаевну. Вот удивил, как же ее не любить. Хорошо. Да пойми ты, я сейчас, люблю ее. Гриша, поменьше на него. Угу. Только как, если есть какой-то укол, не больше. Да пойми ты,